Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу приготовить очень легкое, простое блюдо из лаваша. Готовим обалденные треугольники с очень вкусной начинкой. Начинаем готовить. Приступаем к нашей вкусной начинке. Давайте быстренько пробежимся по ингредиентам. Нам понадобится лаваш. Я его уже нарезал на такие вот длинные полоски. Также понадобится лук перышками, 2 помидорки, 2 яйца, сыр и копченая домашняя грудинка. Можно взять просто отварную, а если кто хочет приготовить копченую домашнюю грудинку, я коптил курочек, у меня есть на страничке в Instagram в актуальных, как я коптил курочку. Проходите, смотрите, готовьте вместе со мной. Ну что, нам осталось подготовить все ингредиенты, нарезать помидорку, грудинку, сыр через крупную терку, ну и лук. Соль, черный перец не добавляю. У нас очень копченая курочка, в ней присутствует и перец, и соль. Сыр также соленоватый, поэтому соль не добавляю. Все, наша начинка готова. Приступаем формировать наши треугольники. Ну вот и все, треугольнички наши готовы, я их сейчас буду обжаривать в электрогриле. Также можно обжаривать просто в сковороде или сковорода-гриль. Добавляем кусочек сливочного масла и обжариваем с двух сторон, буквально по 2 минуты с каждой стороны. Да и еще, если будете обжаривать в сковороде, обмажьте желтком, и тогда он получится очень красивого золотистого цвета. Thank you.
вот и все. Пора пробовать. Хрустящие, ароматные и очень легкие в приготовлении. Готовьте вместе со мной. Ну что, друзья, надеюсь на ваш лайк, а также подписка, кто не подписался. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Я с вами прощаюсь до следующего видео. А также подписываемся на мою страничку в Инстаграм. Всем пока.